только на канале «Панорама» президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретились в формате видеоконференции. Владимир Александрович, вы начинаете. Куда ты лезешь, узкоглазый? Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Южная Корея. Ким, твои солдаты здесь порвут на части. 500 000 отборных солдат Украины. Они все разнесут. Они всю Кендера пройдут за один час. Они взорвут все твои ракеты. Всех твоих пропагандистов, дипломатов. Ким, ты диктатор. Ты остановись, блядь, ты кончай. Ты патроны спрячь подальше на склад. И забудь про свое чутхе. Ты подумай о будущем КНДР. Она гибнет. Вся молодежь бежит из твоей страны в Южную Корею. Там никто не хочет жить в твоей Северной Корее. Никто. Это нищая помойка. У вас даже нет своей валюты. Я даже не знаю, как называются ваши деньги. Ни души, ни музыки нету, блядь. Нет писателя у тебя. Весь мир слушает «Океан Эльзи», весь мир читает Тараса Шевченко. Фестивали спорт только в Украине. В своей стране ничего нет, и тебя все ненавидят. А меня все любят. У украинцев члены 16 сантиметров, а у корейцев 10 сантиметров. Не лезь в Украину, Ким. Иначе наши хлопцы, казаки тебя поимеют. Я все сказал. Ха-ха-ха, 당신은 재미 큰 코입니다. 우리는 우크라이나의 모든 개를 먹을 것입니다. 우리를 기다려. Приносим свои извинения. Кажется, у нас какие-то неполадки со связью. Ну что ж, перейдем к другим новостям. Количество собак на востоке Украины уменьшилось на 188%. Ученые Великобритании прямо сейчас думают, с чем это может быть связано. Срочно нужны деньги? А дотации из центра идут кому угодно, но не тебе. Есть решение. Турбозайм – это сервис онлайн-заемов, который дает возможность мгновенно получить деньги на вашу карту. Преимущества этого сервиса говорят сами за себя. Оформление только по данным паспорта. Максимально быстро и удобно, без посещения офиса и встречи с менеджером компании. Заем выдается безналичным расчетом и может быть погашен таким же образом. Получи деньги и делай что по кайфу. Ссылка в описании, обязательно оцени и останешься доволен.